Владимирович, после того, как мы поднимали кубу Каспарова, он, как я помните, говорил, избегал играть с Каспаровым матчем марш, время тянулось, и наконец уже появился у него претендент, венгерский гроссмейстер Петр Лека. Он выиграл турнир претендентов и завоевал, значит, без участия Каспарова, который не хотел в нем играть, и завоевал право играть с Храбликом. Причем матч этот был очень напряженный. У него было 12 партий, кажется, и он закончился ничью, но поскольку ничью закончился, то по традиции всегда чемпион мира сохраняет свое звание. Но ничью закончил большим трудом, потому что Храблик проиграл партию, и вот сейчас, которую мы как раз посмотрим, и до самого конца отставал очко, отставала последняя партия, и Лев Арксимен в решающей партии еще сравнялся с украинским званием. Ну, то есть Лев, видимо, тренировал, что не смог играть последнюю партию, по-настоящему и легко проиграл. Но вот после этой партии он увел вышел вперед, это была восьмая партия. Играли без сапа в Швейцарии. Она могла стать решающей, ну, собственно, если бы все закончено благополучно. Но вот победа в последнем туре позволила Храбрику сравнять. Е4 Храбрик сыграл, белым играл. Е5, конь F3, конь C6, слон B5. Но мы вернулись. Мы вернулись к испанской партии, помните, мы несколько лет назад, мы смотрели, там был час встречался испанской партии, и вот в этот раз Лека играл испанку. Последовало, значит, А6, слон А4, конь F6, слон А4, не так, конь F6. Белые рокировали, звонной. Слон Е7. Ладья Е1. Но здесь уже грозят белые побить коня и побить пешку. Поэтому это тот момент, когда черные должны играть на 7-5. До этого они могли не спешить, потому что там, если бы белые не бьет пешку, они теряли это. А здесь уже надо играть на 7-5. Белые отступили слоном В3. Черные рекрывались 0-0. И вот здесь белые сыграли C3. Если бы последовало, допустим, ход D6, то тогда это приходит, когда мы с вами говорили о защите Чигоры, то есть это классическая испанская партия. Спокойно развиваются белые, спокойно развиваются черные. Но здесь есть такой контргамбит, который придумал Америка в начале 20 века, американский гроссмейстер Маршал, он связан с жертвой пешки, но с надеждой на инициативу. Здесь последовало D7, D5. D7, черный жертвует пешку вот эту, E5. Белый даже потратил несколько темпов, чтобы ее забрать, черный рассчитывает на контр-игру. Иногда она удается, иногда она не удается. Чаще всего, если черные, допустим, придумывают какую-то заготовку, то они либо спасаются, либо даже выигрывают. Но, как правило, все-таки приходится играть без пешки. Так, значит, последовал ЕД. В этот раз как раз Лев приготовил очень сильную заготовку ЕД. Черные должны быть на D5. Ну а чем еще ферзем взять, слон на d3. И вот здесь белые выигрывают пешку, то, что я говорил. Берут на e5. Нет, слона никогда не берут. Берут на e5 пешку. Так вообще, просто так принимает на себя, вообще не будет прекрасный центр. Ничего не отдать. Конь e5, кобель e5. И белые взяли пешку на e5. И белые взяли коня на e5. Ладьей. Ну, в
Ну, можно забить коня, но конечно, тогда просто нет, тогда белые собирают D4. И будет просто нормальная позиция с лишней пешкой. Поэтому как коня, коня он спать не хочет, хочет оставить его в центре. И здесь самый популярный ход C76. То есть ходит и под боем. Поэтому надо его уходить, что не хочет, потому что тогда белые просто закончат развитие и остаются с лишней пешкой. Это черные играют C76, поддерживают коня. Белые, ну что делать? Ну, напрашивается ход D4. И вот здесь черные начинают нападать на белого короля. Слон D6. Нет, другой слон. Слон D6. То есть они нападают на ладью. Таким образом, поле R2 опасное. Слон нападает на R2. И этот слон играется флаг направлен. Вот все фигуры черных стараются здесь какую-то игру получить. А белые пока стоят на месте. На слон D6 это все известно, но все направлено на ребенок. На видах будет чуть позже. Я как придумал на видах, потому что как бы все равно лишняя пешка есть лишняя пешка. Надо что-то придумать, как я говорил. И он придумал, когда партия подготовился. Ладья Е1. Теперь какой ход напрашивается? Напрашивается вот сюда фигуры напали, напрашивается сюда потянуть. Фигуры 4 с нападением на R2. Единственный ход, ну, может, не единственный, но это, может быть, даже единственный, это G3. На H3 можно этого слона прожить, какой-то плохое положение. Белый сыграет G3, ферзь H3, ферзь H3. Ну, вот здесь разные ходы есть, и просто развитие ферзь F3 или ход D2. Но все равно черный весь здесь давит на короля ферзь, два слона, конь какие-то создают угрозы. И белый, здесь белый сделали ход ладья Е4. Ладья Е4. Потому что здесь, кроме всего прочего, присутствует очень неприятный ход с ружья 4. Грозил. Тут с матовыми угрозами. Черный взяли поле ружья 4 под прицел. Вот это атака маршала, такой один из самых острых вариантов шахматной теории. Пешки нет, все фигуры висят в воздухе, непонятно, значит, пока все пользу. И белые здесь сыграли ферзь F1. Они стараются, конечно, рады были бы выкурить ферзя, нет, F1. F1. Они рады были бы выкурить этого ферзя, потому что ферзь должен уходить. Разбил тоже явно в пользу белых, потому что чем меньше фигур, тем лучше для белых, у них же лишняя пешка все-таки. А после ход ладьи? И шаг черный. Нет, ход белый, я белый играет сегодня в ладьи. Сейчас, после хода ладьи, что сделать еще? После хода ладьи Е4, черный должен выходить. Потом. Извиняюсь, я пропустил тут же пять. Грозит ладья H4, кстати, враг на связи. Белый, белый сыграет G5, правильно, так и было. То есть, они вернут бой. И белые сыграли ферзь F1. Там пешку с подбоем, пешку бить нельзя из-за хода G5. Нельзя бить слона из-за хода ферзь F5, двойной удар. Поэтому такой ход возможен. Черные предотвратили удар на среди движения ладьи на H4. Вот здесь ферзь F1. То есть белые стараются выкурить ферзь отсюда. Ну и выхода нет, надо отступать. Ферзь H5. Но разница людей просто без пешки игра. Никакой атаки уже еще раз нет, черные же пока стараются как-то атаковать. А так просто будет без пешки. Разобьют слона, разобьют коня, потом ладью выведут. Ну, будет игра просто без пешки. Что же играть матч на первой без пешки, поэтому не хочется. Белые сыграли конь D2. Это все пока известно. Белые подтягивают коня на защиту этого слона, потому что они опасаются, что там будут у них масса неприятностей. Черные играют слон F5. Слон F5. Вот. И здесь, если отступить, то, по-видимому, ладья Е1 невозможно очень было сыграть.
Он ее должен был просматривать. Они сыграли F3. В чем смысл? Просто жертвует качество, но если вы так поменяете на F4, тогда я по мне пешку стану, и у меня будет мощный центр, потом и 5 параллельно, и там и 6 еще, может быть, там, и 7 станов. А? Ну, вот это невозможно, я говорю, черные не проигрывают, но просто они имеют пешку раз в 1000, они имеют две пешки для качества, они одну пешку первую пожертвуют для бюджета, для 75, вторую они не начинают пожертвовать. А не вторая пока не будет отыгрывать, будет одна пешка. Но все равно, после этого взять FGE, мой мощный центр, и, конечно, это не очень приятно играть с таким центром, нет никакого смысла. Снова заиграют сразу. Поэтому черные здесь сыграли король-6, отступили королем. Теперь на E4 по-прежнему грозит, но теперь пешка F, там, выиграна из короля, E4, и ладья можно отступить. Это сыграют ладьей, отступили на E1. Ладья Аргиосов, черный будет бой, еще одна фигура с верхней фланги, переводит ее в центр. И все до сих пор, так сказать, неизвестно. Белый победил на E8, меняли пару ладей, ладья битки 8, ладья битки 8. Ну, на королевском фланге тут задача делать не пропустить какого-нибудь удара. Потому что сейчас сгрудились все фигуры. Два слона, конь, на дефиле все сюда набросились. Но надо же свою какую-то игру получить, стараться. Слон стоит на месте, но мешает конь, мы выйти. Ладья, соответственно, на месте, но мешает слон. Поэтому здесь такой типичный ход для атаки наших. Белый играет А4, кстати, с этой стороны старается войти в игру. Вот. А черный тем временем играет в G6, то есть они какие-то угрозы хотят создать слон на 3, что-то в этом духе. Белый побили АБ. Вот, и вот здесь последовал сильный уход, но ЦБ просто пешка теряется, на АВ ладья может либо на 7, либо на 6 активизируется, пешка будет под двумя. Черные здесь сделали очень сильный ход, они собираются вот на 3, так называемый промежуточный ход. Они не берут на B5, а делают промежуточный ход сильнее, это подвинуть нельзя. Вот и здесь, в принципе, можно было Крамник мог фасировать ничью. Он мог пойти через D1, теперь слон E2, ну, бить сюда нельзя, там слон D3, ладья нападает через C2, слон D3, и таким вот образом фасировать ничью. То есть, в принципе, он мог. Но он, наверное, считал, что у него перевес, он пешку выиграл. В данный момент у него две лишние пешки. Он считал, что нет смысла выбивать ничью. И нарвался, конечно, на заготовку. Она состояла вот в чем. То есть он пошел ферзь F2. И он просто, честно сказать, он признался после партии, что он завернул, конечно, вратаря E2. Он думал только здесь последовал очень сильный ход ладьи E2. Вернее, даже не то, что развернул, не сам этот ход, сам этот ход напрашивается. Но он думал, просто беру коня, и уже, да нет, уже с коня нападаю, и уже фигуры выигрываю, уже очень плохо, не хватает фигуры. Но он рассчитывал на то, что здесь он сыграет БА, но после ладья ферзь F2, король бьет F2, ферзь бьет на F6, и потом играет результатом время, смотрите. Давайте, значит, ладья F2, он рассчитывал на такой ход БА вначале. Как он видел ход ладья F2, то рассчитывал на БА. Но потом увидел, что это плохо, потому что такой вариант ладья F2,
Связь Петр 2. А куда он на связь садился? Только что их не тех. Я смотрю, связь пропала. Только что он один. Ладея 2. Нет, ладея 2. Что у нас здесь стоит? Ладея 2. А, Ферби 2. А, ну да, он рассматривается как вариант. Он рассчитывал на 2. Теперь основная 2 стоит. Или не стоит? Ладея 2, Ферби 2. А, и значит, здесь что-то другое. Ну, когда, значит, он вынужден был сыграть. Ферзь бьет, нет, сейчас тут белых.
Вены поставили нельзя, и он отступили королевы. Теперь мы вены. Но они подтягивались нельзя, тогда следует ферзь на 2 шага. Ферзь на 2 шага. Король h1, ферзь f1 шаг, конь g1, и конь g1, и конь f2 мат. Ну, такой вариант с картой мата. Король не может не выходить из-за собственной фигуры. Ну, такой вариант, ну, он был более хитрый. А черный, ярость крайне сыграл иначе, но еще быстрее проиграл. Я когда боюсь, устанавливать. Но это вот ночью достижение века в матче с короной. Ну, чемпионом мира так и не стал. То есть он сыграл матч с Кравником ничем, как мы уже говорили, но это было недостаточно. А больше он так близко к вершине не приближался. То есть это единственное разрешение, когда он сумел сыграть матч на первенстве мира. Причем вот эта партия самая лучшая была в этом матче. Ну, увы, вторую партию он не сумел. А на финише проиграл.